Каждый год в Иркутске проводится обработка деревьев и кустарников от различных вредителей. 2020 исключением не стал. Сегодня начали распылять защитный раствор в парках и скверах города. В первую очередь обработку насаждений решено провести в саду Тамсона. А вообще же специалисты 2 недели будут распылять специальные средства на все деревья и кустарники, которые находятся в общественных местах. Раствор должен обезопасить растения от горностаевой моли и тли. Именно эти вредители чаще всего встречаются на городских насаждениях. Распыление средства пройдет в 2 этапа. В перерыве специалисты проведут экспертизу и определят эффективность первой фазы. О том, где необходима обработка, можно сообщить по телефону, который вы видите внизу экрана. Хотелось бы обратить внимание горожан и отнестись с пониманием к проведению данных работ, а также ограничить посещение как скверов, парков, бульваров, а также зелененые улицы, где размещены будут объявления.